Прошу! Я знал, что это ваш племянник. Он погиб из-за всеобщей истерии, которую разожгли вы. Я должен был остановить эту дуэль. Вам конец! Мастер Клинка не смеет требовать сатисфакции. Это убийство ради мести. Так нельзя. Она основала первую женскую школу фехтования. Вы написали в своей газетенке, что я развратница. Я требую сатисфакции. Мужчины с женщинами не дерутся. Поединок чести — это не игра. Вы твердо решили драться? Я видел, на что способны мужчины. Оскорбление смывается кровью. А как насчет любви? На дуэли разрешены любые приемы. Вы хоть понимаете, в каком я положении? Берсер — герой войны, могущественный человек. Огонь! Я отстаиваю не только право на дуэль. Знаю. Начали! Что же касается полковника Бершера, им движут не благородные побуждения, а жажда убийства.